для подведения итогов 14-го городского фестиваля художественного творчества «Мы разные, но мы вместе» предоставляется председателю жюри, главному специалисту управления культуры администрации города Южно-Сахалинск Любови Владимировне Теплаковой. Уважаемые наши, прежде всего, участники фестиваля, нашего любимого, я не ошибусь сказать, фестиваля, который мы решили управлением культуры совместно с нашими обществами проводить ежегодно, а также уважаемые зрители. Конечно, как несменный, можно сказать, член жюри, я наблюдаю вот проведение нашего фестиваля и какие творческие силы у нас бывают. Я хочу сказать и отметить, что, вот понимаете, у нас очень многие ушли. Вот мы уже говорили с председателями, люди, которые постоянно принимали участие. Ну, и я думаю, боже мой, ну вот у нас будет фестиваль, кто будет, как будет. И я хочу сказать, я неожиданно удивлена тем, что у нас очень получился большой, даже небольшой, нормальный, хороший заключительный концерт. И очень интересно, вы отметили, да, какие у нас замечательные молодые творческие силы влились в наши ряды. И не подвели ветераны. И я хочу отметить, что очень в этом году большую работу провели, поскольку это было посвящено еще 135-летию города Южно-Сахалинска и 70-летию Сахалинской области произведений тематических. В этом плане, конечно, Луговчанка и общество Луговской общество, они поработали очень много с авторскими произведениями, стихами и песнями. В этом году я хочу отметить очень надежду, мне понравился коллектив, вот ансамбль очень позитивно вышли, и как видите, на такой прекрасной ноте мы заканчиваем. Ну и не могу не отметить вообще все общества, но общество глухих, вы видели, да, какие замечательные пришли к нам талантливые молодые ребята. Вот. Ну и все общества в этом году как-то вот постарались, подтянулись и достаточно прилично все выступили. Ну вот сейчас разрешите мне еще раз поздравить вас с окончанием нашего фестиваля и вручить вам заслуженные награды для председателей обществ. На сцену приглашается Раиса Анатольевна Карина, Светлана Борисовна Ким, Екатерина Олеговна Маринкова, Людмила Васильевна Коваленко, Светлана Анатольевна Седокова, Александра Сергеевна Дергачева. Мы просим председателей обществ подняться к нам на сцену для получения памятных подарков. Будем поднимать всех или... Артем, давайте, может быть, внизу выставим. Ну, давай. Я думаю, что мы можем и приз вынести и в зрительный зал. Нет, я думаю, она поднимется. Они у нас такие, знаете, стойкие оловянные солдатики. Поднимайтесь. Что? У нас единственное, извините нас, пожалуйста, произошла ошибка, и мы назвали председателя общества глухих. Да, сейчас кто у нас? Звать. Пожалуйста, Васюк Ирина, как отчество. Поднимайтесь, поднимайтесь на сцену. Это просто ошибка, мы очень извиняемся. Просто... Друзья, давайте одарим председателей аплодисментами теплыми. Они на самом деле внесли неотъемлемый вклад в сегодняшний фестиваль. А кто у нас еще последний председатель? Кто у нас? Да мы всем председателям обществ в любом случае передадим подарки. Да, нет, нет, а представители есть этих обществ? Подойдите, мы вам вручим, передадите. Не стесняйтесь, выходите на сцену. Это у нас какое общество? Общество слепых. А, это общество слепых, да. Да, кстати, хочу отметить тоже, каждый год они очень добросовестно готовятся. Вот наши муж и жена Кожевникова и, извиняюсь, забыл фамилию. Да, они у нас бессменные участники. Мы вас благодарим. И я лично хочу, чтобы у вас было все хорошо в семье, здоровье. Главное бы вам, конечно, вернуть зрение. Ну, похлопали, пожалуйста, потому что...
я хочу сказать, что очень большая работа проводится именно председателями обществ. Они находят людей, каким-то образом их мобилизуют, там заставляют, просят и так далее. Вот. От вас какие у вас диабетики? А, вы, да? Все, а то я что-то опять куда-то... Я привыкла, что Любовь Яковлевна у нас бессмертная. Да. Я еще раз хочу вам пожелать творческих успехов. Мы будем приглашать вас на участие в наших концертах с особо такими хорошими номерами. И до встречи в следующем году. Всего вам всем доброго. Большое. Главное здоровье. Спасибо, Льва Владимировна. Спасибо всем председателям общества за ваш огромный вклад в развитие нашего фестиваля. Друзья, ну также я поздравляю всех участников фестиваля с его завершением. Пожелаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Всего вам самого наилучшего и до новых встреч! Спасибо.